Все всегда пили. Все зависит от, наверное, от количества. И я бы пожелал всем только одного, что надо пить в пределах разумной нормы. Вот и все. Алексей, а кто пил больше, наши или хайнацы? Ну, вы все помните, знаете, что мы всегда впереди планеты всей, поэтому мы брали на себя такую ответственность, и лидерские качества у нас в этом деле тоже были. А можно ли как бы по скавам несколько вопросов? Вот мы сейчас как-то на сборе, просто я закончил, да. А на сборах там вот, можно было как-то раздобыть пиво, там сборная СССР, ЦСКА или Тихонов? Нет. Вообще среди уже? Невозможно. Невозможно? Ну, через родные, потому что, ну, если родные, знакомые привезут, ну, сколько они привезут? Бутылку, две бутылки. Команда 30 человек, поэтому... То есть наказание следовало, если вдруг... Не, ну это жесткая дисциплина была, запрет. И последний вопрос, актуально ли это вот вратарская проблема, что и говорили все-таки, может, по факелу надежного вратаря, кто ищет команду, клуб вратаря? Ну, я проблему здесь не вижу. Мы всегда ищем и вратарей, и защитников, и нападающих. Мы ищем тех ребят, кто, по нашему мнению, может помочь команде. И этот процесс, он сейчас продолжается. А если, значит, вот один вопрос с пивом связан, значит, многие говорят, что вот нынешняя сборная Белядина отличается от сборной Быкова тем, что там более строгая дисциплина была, в том числе в плане пива. Господа, нам придется, видимо, как-то на ходу продолжать, извините, да, мы сейчас потеряем все на закупку.